Здравствуйте, Кирилл. Мы с вами уже второй раз видимся на втором пласт-форуме. Для вас это какой по счету? Третий или четвертый? Ну вот в Кыргызстане впервые? Да, в Кыргызстане впервые на форуме. И, конечно, потрясает организация, потрясает атмосфера. И что хотелось бы отдельно отметить, что прям очень сильно растет интерес к форуме, к тематике форума. И я на форуме этого года вижу огромное количество новых участников. Ну вот смотрите, аудитория, участники из Кыргызстана, на ваш взгляд, чем отличаются от тех, которых вы видели в предыдущих форумах? Ну, вы знаете, очень радует прям живой интерес регулятора, именно регулятора Кыргызстана к темам форума, их вовлеченность. Вот. И стоит отметить отдельно, я бы сказал, вот действительно живой очень интерес именно игроков рынка Кыргызстана к финтеху в целом. И видно, что рынок Кыргызстана вот именно в части финтех-сервисов ожидает в ближайшее время большой прорывной рост. Как вот сегодня у вас по знакомствам? Ну, нетворкинг, я считаю, это вообще один из тех дополнительных плюсов, которые получаешь от участия в подобного рода мероприятиях. Это, соответственно, и возможность встретиться со старыми знакомыми, возможность приобрести новые контакты, знакомства, обсудить проблематику, в том числе с коллегами по цеху, вот, найти новых партнеров. Поэтому в этом отношении, конечно, по пятибалльной оценке организаторам твердая пятерка. Ну вот смотрите, как раз таки обращая внимание на то, что здесь действительно интерес проявлен и аудитория очень активная, как часто стоит проводить именно здесь форум? Ну, вы знаете, это хороший вопрос. Вообще вот идея с тем, чтобы проводить форумы в разных странах, это очень хорошая идея. Вот. И я бы, наверное, не злоупотреблял бы гостеприимством Кыргызстана. И мое мнение, что подобного рода мероприятия, например, в Кыргызстане можно было бы проводить там с периодичностью один или два раза в год. Что пожелаете пласт-форуму? Ну, выходить на новые горизонты, все больше новых участников, не только из стран постсоветского пространства, но и, я считаю, вполне интересно было бы посмотреть и поделиться опытом с финтехом Африки, потому что там есть очень много интересных кейсов, очень интересные темы и возможности для взаимодействия. Также интересна история не только Африки, но и Латинской Америки, Южной Америки. Там есть ряд интересных игроков, у них свой путь развития, вот, и действительно было бы интересно с ним познакомиться. Скажите, как было бы круче, отправиться туда пласт-форумом или все-таки пригласить спикеров к нам? Ну, вы знаете, понятно, что всем нам было бы интересно съездить туда, но это, конечно, все-таки логистическая история, это достаточно большая проблема. Вот, поэтому вот площадки на территориях стран СНГ, мне кажется, наиболее подходящие. Вариант. Тем более, что стоит отметить, что особенно Центральная Азия, и Кыргызстан, и Узбекистан очень гостеприимные народы, поэтому здесь, конечно, вдвойне приятно участвовать в подобного рода мероприятиях.